Гермиона, Рон и Гарри узнали тайну философского камня. С его помощью можно было получить эликсир жизни, зелье, дарующее бессмертие. Неудивительно, что кто-то хочет его украсть. Такая штука любому пригодится, заметил Гарри. Гермиона предположила, что в свертке, который Хагрид забрал из банка Гринготс, был философский камень. А теперь камень лежал в запретном коридоре, и его охранял тот, кто рычал на Гарри и его друзей. В последнее время Снег ведет себя очень подозрительно. Мне кажется, он хочет украсть философский камень. Снег не станет ничего делать, пока Дамблдор в школе. Но Дамблдор 10 минут назад улетел в Лондон, в Министерство магии. Значит, это будет сегодня. Пойдем. Что делать с Филчем? Он всегда следит за запретным коридором. Только бы нам повезло. Похоже, Филч решил сегодня отдохнуть. Ну и слава богу. Ну же, пошли быстрей! Гарри, сюда! Так вот откуда доносилось рычание. Ты слышишь? По-моему, нам не стоит туда идти. Мы должны остановить Снега! Давай, Гарри, мы пойдем следом. Мог назвать это чудовище пушком. Попробую поиграть на флейте. Вдруг пушок заснет. Будь осторожен. Гермиона, хочешь пойти первый? Нет, не хочу. Ладно, надеюсь, увидимся через минуту. Прыгайте! Ну давай, Гарри! Я знаю, что это. Дьявольские силки. В следующий раз я буду внимательнее на уроках гербологии. Помогите!
Гарри, вытащи нас отсюда! Не приближайся к этим щупальцам! Инсендио! 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 Спасибо, Гарри. Гарри, ты почти сделал его. Сюда, Гарри. Гарри, ты должен поймать ключ. Здесь тебе пригодится твое умение летать. Вверх. Удачи, Гарри. Классно получилось, Гарри. Посмотрим, куда ведет этот путь.